Распакуем посылочку из города Ижевск, Удмуртская область. Я приобрела куколку. Кстати, вложение несколько перемещается. Сейчас посмотрим. Написано «Обувь». Открываем. Ой, какая милота здесь находится. Куколка какая прекрасная. Кукленция. Углядела я эту куколку на мешке. И так долго за ней наблюдала. Но пищик-то не работает. Хотя сказали, что он типа работает. Ну, ладно, починим. Это американская винтажная кукла фирмы Мадам Александр. 77-го года выпуска. Штампик есть. Хорошие волосы в хорошем состоянии для кукол американских. На картинке была подвесочка, но ее здесь нет. К сожалению, жалко. Но зато кукла в своем платье, в родном, которое мы, конечно, постираем. И даже в родных пинеточках, потому что именно такие пинеточки были у этой куколки. Ой, какие у нее милые ножички, посмотрите. Замечательные ножки какие. Просто милота, действительно милота. Я смотрела на этих куколок на eBay. Там точно такая же цена была. Но если учесть, что доставка с eBay стоит порядка 5000, то, конечно, очень даже неплохая покупка. Так, здесь у нас какая-то то ли краска, то ли что это такое. Непонятно. Ну, будем очищать все это, конечно, куколку. Есть у нее недостатки, у куклы. Нужно почистить глаза. Непонятно, что тут с ними произошло. И большое ржавое пятно у нее на спине. Конечно, с этим ничего не поделать, скорее всего. Ну и, конечно, нужно восстановить пищик, потому что он молчит. Ну и, конечно, на одежде поменять резинки, потому что они, конечно, растянулись. Вот это пятно, не знаю, стирается или нет. Если не отстирается, то я просто его уберу, ушью штаны. А так куколка очень приятная, хорошенькая. Но нужно с ней работать, потому что вот эти пятнышки ржавые, они, как правило, не убираются. Ну, посмотрим, посмотрим. То, что ее надо открывать и мыть, это обязательно. Прекрасная куколка. Очень симпатичная. Главное, что волосики нормальные у нее. И сама она ничего. Вот такие вот у нее ручки. Интересно, так сложила она свои ручки. Ручоночки. Ну тут явно напыление какое-то розовое. Зачем оно, непонятно. Может, это блашин какой-то был. Будем разбираться. Вот такая куколка Мадам Александр. А еще у меня здесь есть журнальчик. Я еще купила журнальчик такой. «Смех сильных» называется. Этот журнал был выпущен к 60-летию Советской кинокомедии. Видела его электронную версию и решила приобрести оригинал. Год выпуска 79 журнала. И здесь про комедии. Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков.
праздник святого Йоргена, счастье, комедии такие, веселые ребята, всем известная комедия, цирк, Волга-Волга. Так, посмотрим дальше, что тут еще. Подкидыш, трактористы, свинарка и пастух, кубанские казаки, шведская спичка, карнавальная ночь, бриллиантовая рука. А где бриллиантовая рука? А вот здесь бриллиантовая рука. Но это посему, наверное, все-таки берегись автомобиля. Но не подписано. Или нет? Не знаю, в общем. Так, здесь чудаки. Первая ласточка. Мимино. Ирония судьбы. Служебный роман. В нормальном состоянии выпуск. Есть небольшие потертости. И вот в нескольких местах он протерся. Хорошо бы его, конечно, укрепить. Ну, а я займусь куколкой. Потому что здесь вот у нее какие-то проблемы. Что это такое? Непонятно. Она вроде очищается. Я просто не понимаю, что это такое.